Всем привет! Сегодня я снова нахожусь в шоуруме проекта «Акварос». А причина моего визита такова, что нам снова поступила заявка на покупку онлайн. И на примере данного проекта я решила рассказать вам весь алгоритм покупки квартиры онлайн в Таиланде. Итак, шаг номер один. Вы отправляете заявку на наш WhatsApp и тут же моментально получаете актуальный прайс-лист. Далее мы с вами определяемся по бюджету и планировке квартиры. В данном проекте мой фаворит – это квартира с одной спальней 50 квадратных метров. Шаг номер два. После того, как мы с вами определились с планировкой и вы получили все возможные скидки, застройщик подготавливает для вас резервационный инвойс, и вы оплачиваете депозит напрямую застройщику. И даже если завтра цена возрастет, вас это абсолютно не коснется, так как мы уже с вами зафиксировали цену. После оплаты депозита застройщик подготавливает для вас контракт. И далее вы оплачиваете платежи напрямую застройщику согласно графику платежей. А мы, в свою очередь, сопровождаем вас на период всего строительства до самого получения ключей. Все очень просто. Все, что вам нужно сделать, написать нам на WhatsApp. Все остальное мы сделаем для вас сами. В прошлой неделе наша компания забронировала 5 квартир онлайн в данном проекте, только потому, что до конца октября действует скидка 25% и полный пакет мебели в подарок.